Два дня кряду екатеринбуржцы и гости города были очарованы созерцанием старинного паровоза, своим ходом разъезжавшего по путям станции Екатеринбург-Пассажирский. Выкрашенный аутентично в черный и красный цвета, с красной звездой и даже портретом Сталина, эта диковинка оказалась запечатлена на сотни любительских фотографиях и видеокадрах. Единственный действующий на всей Свердловской железной дороге паровоз серии «Л» был доставлен в Екатеринбург со станции «Пермь-Сортировочная», где он до сих пор трудится в качестве маневрового локомотива. Без малого 400 километров ветеран железной дороги преодолел не сам, а с помощью сцепки из трех электровозов ВЛ-11. И хоть в свое время, 63 года назад, этот красавец создавался на Ворошиловградском заводе в Луганске как магистральный локомотив, сегодня путь от Перми до Екатеринбурга ему преодолеть было бы непросто. Прибыл же паровоз в уральскую столицу на празднование столетия Екатеринбургского вокзала. Вообще, первый капитальный вокзал в Екатеринбурге был построен еще в 1878 году для обслуживания пассажиров и грузов, перевозимых по горнозаводской дороге. Но с приходом в Екатеринбург Транссиба потребовалось более просторное здание. Именно его постройку 100 лет назад, в 1914 году, и празднуют сегодня свердловские железнодорожники. Возможно, на этих фотографиях вы и не узнаете сегодняшний вокзал. А между тем, это именно он. Так он выглядел до 1939 года, до того момента, как потребовалось повторное его расширение. На одноэтажное здание был пристроен второй этаж, а архитектурный стиль модерн уступил место так называемому сталинскому ампиру. Отсюда, возможно, и портрет вождя народа на лобовой части паровоза. Следующее расширение железнодорожных ворот Урала пришлось на 1956 год, когда были пристроены два боковых крыла здания. А в 1995-м между старым воинским и основным зданием вокзала было встроено еще одно. Сейчас каждый год железная дорога презентует все новые и новые проекты реконструкции вокзального комплекса, но пока они остаются лишь дерзкими фантазиями. Современный екатеринбургский вокзал ежесуточно на 20 тысячах квадратных метров своих площадей обслуживает 50 тысяч пассажиров. Поезда дальнего следования и пригородные электрички, отправляющиеся в 7 направлениях, приходят и уходят с 15 путей. Подход к ним осуществляется по двум подземным пешеходным тоннелям.